хочу показать вам, если вам будет видно, там впереди нас, видите, все притормаживают, впереди нас полицейская машина, иногда они так делают, ездят из полосы в полосу, ну, как бы зигзагом таким, из одной крайней левой, крайней правой, и вот так вот они движутся, затормаживая, притормаживая весь поток, который несется. Чем ловить по одному, они всех вот так вот дисциплинируют, чтобы все снизили скорость. Вот. Иногда, вот он впереди, может, вам видно, уже поехал прямо, все опять начинают набирать скорость, но уже, наверное, подумают, раз впереди полицейские, уже подумают превышать сильно уже. Иногда, вот как нам один знакомый говорил, а Виталику говорил знакомый, как-то по работе там ему, он говорит, как-то меня тоже, говорит, все ехали, мчались, и я, говорит, с этой же скоростью там 75-80 несся, и, говорит, меня тормозит, за мной пристроился, говорит, с какой скоростью вы ехали, вы превышали, он говорит, типа, командир, так все же столько ехали, он такой, да, но я выбрал тебя, то есть, ты когда на рыбалку ходишь, ты, говорит, можешь всю рыбу выловить? Нет, вот и я не могу всю. Вот сегодня я выбрал тебя. Вот так вот бывает. Иногда они могут тормозить одного, двух, там кого поймают. А иногда целый поток вот так пытаются притормозить, чтобы все снизили скорость. Вот такие две опции у полицейских. Выборочно или всех. Я первый раз так. Нифига чего. Но это не означает, что они всегда за плитой. Вон, смотрите, они. Ой, они как скачут. Вот они прямо возле нас. Их так много. Ой, слушайте, какая жара. Жарище. Ой, как хорошо. Это Ольга на Walnut Creek. Я сейчас посмотрю, даже Walnut Creek намного жарче, чем у нас. Если выйдешь, просто жжет. Посмотрела, 35 градусов сейчас. Ну, это так, 35 существенно. Ну, и в Лос-Гатос обещали сегодня 33. 32 я посмотрела. Обещали, в смысле, днем. Но те дни все были 28-30, не больше 30 у нас в Купертино. Вот, поэтому не знаю. Здесь жарче все равно чувствуется, жарче. Вот сейчас на данный момент, если сегодня тоже жаркий денек такой я посмотрела, то разница 3 градуса, но как-то ощущается очень жарко. Мы здесь же в Walnut Creek после работы Виталика по доработке. Приехали, вот так вот называется региональный парк. Возьму палку. Вот она карта. И что здесь водится? Будьте осторожны. Вот этот вот горный лев. Змейки, смотри, какие. Виталик, два вида, да? Это гофярова змея, уж. Пошлите уже. А это гремучка. Гремучка, да. Аккуратно. 911, полиция, в случае там каких-то ситуаций, связанных со здоровьем. Ну, какой-то, может, криминальная, полицию и этих пожарных вызвать. 911, все, единый телефон. Не ешьте грибочки. Ладно, не будем. Ой, ну, я думаю, что нас надолго не хватит, потому что жара стыдашная. Walnut Creek. Walnut Creek – это... Walnut – это грецкий орех. Крик – это ручеек. Вот так называется город East Bay. На East Bay. Отсюда, наверное, также где-то часик до Сан-Франциско, как от нас. Но отсюда ближе к Сакраменто. У нас даже головной убор мы не взяли. Нас сейчас этот будет напечет. У нас сейчас будет напечет. Спасибо.
А, может, не пойдем? Не, давайте не пойдем. Решили пойти. Что нам быки, коровы, да? Не. Их пастбище и стада. Но я раньше в детстве, правда, боялась. Дети. Дети. Я боялась быков. Ребята, что-то мне не хочется. У меня нет головного убора, и плюс я их хочу есть. А мы вот сюда в тенечек сейчас зайдем. Хорошо. И но... обратно пойдем. Ребята, мы можем их как-то напугать. Скажем, что там гремучая змея, они сразу... Ой, папу этим не напугай. Он только скажешь гремучая змея, он туда побежит сразу. Я знаю. Где, скажет? Ну, папа у нас такой змеелов. Там, а он не будет видеть, поэтому побежит. Видите, как высохла трава за лето. Сухая трава. Папа, там змея, вон там вот. Поэтому вот они, вот эти все холмы, видите, выглядят вот такие вот пшеничного цвета. Желтенького. Желто-пшеничного. Вон там. Вот они всем этим покрыты. Все, вот уползла. Высохшей травой. Ой. Ох, ничего себе, подниматься-то нелегко. Ой. О, тут немножко поднялись, вон как уже обзор, да? Уже видно поля какие-то. Футбольные, это бейсбольные вот там подальше. Тут солома вокруг. Не там полезла, ну, по тому склону надо идти. Дай, руку дай папе. Ага. Молодец. Папа, дай маме руку. Молодец. Нельзя было там пройти. Тетя Оля не захотела. Ой, какой вид. Нельзя садиться. Клещи. Они уже высохли все на такой траве. Все клещи от такой жары. Виталь, ты что, змею нашел? Фу, ты меня напугали. На солнце не ходите, давайте в тенечек. Очень-очень жарко сегодня. Мы в теньке останемся. Мы головные уборы не взяли. Я хожу как в пустыне, еще воду с собой не взяла. Вот змеи в основном под корягами, под камнями. Так что по дороге можно свободно ходить, но если она там сама не вылезет. Куда вниз эти воды? Да, можно вот не прямо вот так круто, как мы поднимались, а можно вон там вот наша машина стоит за этими деревцами. Можно вот по дорожке. Мы спустимся, Оль. Давайте тут спустимся. Там кубарем можешь покатиться. Там не было. Под камнем может сидеть паук. И непростой. И непростой паук, да, ядовитый. Папа Виталик. Надеется встретить змею, да, Виталь? Да. Кто боится змей? Не Виталик. Это Walnut Creek, я напомню. Сейчас мы поедем еще один тут такой парк. Какой-то вулканический, если я правильно помню, там есть слово такое. А дальше еще там два или три слова. В общем, когда приедем, покажу. Он где-то в 10 минутах отсюда. Может, 12, вот так. Здесь, смотрю, очень много таких тоже зеленых зон, зеленых пятен, как бы таких парков на этой стороне.
Вот когда здесь не такая жара, вот сейчас осень, начнется сентябрь, октябрь, ноябрь. Ну, часть сентября, но в сентябре может еще жаркий быть. Октябрь, ноябрь очень классные здесь месяца. Месяцы, то есть, ну, у нас, по крайней мере, там, на той стороне, красочные, теплые, не жаркие и не холодные. Прямо супер осень здесь. Вот, я думаю, что вот в такую погоду осенне-зимнюю, если зимняя, то без дождей, очень хорошо здесь прогуливаться. Вот даже вот местным, кто здесь живет, вот так с собачкой даже прогуляться или просто парочкой погулять. Здесь еще зимой все зеленое будет. Вот такие вот среди домов, среди города парки, такие места оставили, ну, можно сказать, нетронутые. Здесь вот коровы только ходят, а так дальше эти животные. Мы показывали вам внизу горный лев, змеи. Не совсем животные, но все же. Сейчас вот здесь спустимся. Вот видите, человек тоже с собачкой пошел погулять. Видимо, живет где-то здесь. И что хорошо, если, может, кто-то приехал сюда, как мы, например, приехали по делам и заехали еще погулять, то вот есть обязательно вот при любом таком месте, которое посещают люди, вот туалет. Потом пакетики, ну сейчас, по-моему, есть пакетики, да, вот берете пакетик, чтобы убрать за своей собачкой. Даже вот, ну, как бы, вроде бы на природе, да, казалось бы, но тоже убрать нужно, хотя это не городская вот совсем зона, везде следится за чистотой. Молодцы. И вот какой-то такой вот щит с информацией, информационная вот такая вот доска. Смотрите, как оригинально сделали дверь от сейфа. Это Panera Bread. Конечно. У нас номер 38. Вот про что Стивен Лайт рассказывал. Если они вдруг проникнут в сейфовую ячейку, через специальные клапаны, это помещение может заполниться водой, и тогда грабители утонут. Всем привет! Мы поехали, это город Диабло, и, в общем, второй такой раз я еду вот по такому серпантину. Я ездила по разным серпантинам, конечно, но вот чтобы прямо вот правое колесо буквально висело, можно сказать, в обрыве, здесь еще более-менее, там есть такие места, где машины еле-еле расходятся. Вот первое такое место, в котором мы были, это здешняя обсерватория в на горе... было Хамильтон, по-моему. Вот. И вот представляете, вот так едешь, и оно... О, это ужас. Но мне хотя бы что я за рулем, мне как-то более спокойно, но все равно очень страшно. Я боюсь высоты. И 12, там 16 миль, мы будем 44-50 минут ехать, потому что очень... Ну, это навигатор так показывает, не то, что я сама придумала. Так-то по скоростной трассе в Бейре мы бы доехали за 12-15 минут, а здесь почти час. Посмотрите, какой вид. Поднялись еще выше. Почти мы уже там 9-8 минут до вершины, до конца вот этого пути нашего, который показывает вершину этой горы Диабло. Ой, это, смотрите, конечно... насколько мы высоко, вон там вот какой вид. И тут до сих пор растут растения. Очень сложная такой этот дорога, очень сложная. Диабло Валли, это, ну, как бы обзорная площадка на долину Диабло. Солнце как раз прямо напротив нас. Прикольно, да. Можно на крышу туалета. Поднялись на крышу туалета.
крыша туалета является обзорной площадкой в то же время. Высоко. 3000 сколько-то фитов. Ну там 3800. Сейчас пойдем посмотрим. Я вот проехала только что и забыла. А, кстати, надо показать вам. Здесь видите, какая типа башня. Сейчас мы туда пойдем, посмотрим. Ой, но вот что вот обсерваторию Лика, Лик обсерваторию, и мы поднимались, это было жуть. Я сказала, что больше я на эту обсерваторию не поеду, ну хотя не знаю, но мне не хочется, вряд ли я всячески, меня уже просили, я говорю, я не поеду. Вот, и это такая же дорога, очень такая. Вот все так едешь, и вот так вот обрыв, и там просто бездна. Ну, о, 3849. Вот такой высота. Elevation. Вон там ветряки видно, видите? Мы их проезжали много раз, такие ветряки калифорнийские. Вот, Mount Diablo State Park. Основан в августе, 2 августа 2021 года сенатором W. Шек и как главный... Забыла, что я его приблизила. Supporter, как это? Поддержка. Где-то покажи. Саппортер, главный, который, ну... Поддерживать. Основной, может быть, основатель. Bill was signed into law creating a state park on the top of Mount Diablo. 1931. Теперь посвящен как здание. Обновленно рожденный... State Division of Beaches and Parks. Надо нам туда еще сходить, пока не закрылось. Давай туда пойдем. Это моё, что ли? National Natural Landmark. Пойдем. Это моё, что ли? А, типа того. Наверное, дальше. А как туда пройти? А где? Мы не видим. Пап, ты где? Вон там. Вау. Пап, открой нам. А, ну там еще одна дверь. Ты тут проверь, как зайти. А я там. Вокруг, Ева, по лесенке. Ева. Вокруг по лесенке? Ух ты, вот так вот можно идти. Ух ты, вот это виды. Пойдем внутрь, Виталь. Это компас тут нарисован. Север, запад, восток. В память о Дэниэл. Здесь очень-очень жарко. Я не знаю, какой смысл здесь стоять. Если можно вот туда на площадку выйти, там еще лучше обзор. Здесь очень жарко, душно. И как туда наверх попасть, там же второй этаж есть. Вот в память о каком-то Фрэнсис Джон Деннинг. Норман Эдвин Дэниел. Лейтенант получается, да? Это какие-то сокращения. Норман Эдвин Дэниел. USMC. Здесь второй этаж, а как туда попасть? United States. А вот это что такое? MC медаль. MC, что такое? United States MC.
Это ведь не маяк, да? Может быть, у него другой. А, это не маяк? А, маяк. Сверху маяк. Да. Понятно, сейчас посмотрим. Что я не очень. Подожди. Ой, хорошо, здесь хоть ветерок. А там такая духота. Сейчас вот эти уже спустились, а те туда лезут. Я хочу туда. Ага. Мы уже спускаемся обратно, и такая вот зона отдыха, что ли, даже не знаю, как назвать, пикник эрия. Написано Rock City, пикник эрия, да, вот. И здесь для мусора, для ресайкла, это для переработки мусора, ну, для мусора, который будет перерабатываться. Водичка есть, столы, вот даже. Ага. Кевин Роберт Нейгл. Это в память. О, как вы туда попали? Оттуда? Чего себе? Очень. Кстати, очень частое явление, когда лавочки вот этот в память делают. Вот это старая, видит, лавочка, это новую сделали. Постойте там, я сейчас фотографирую вас. Я быстренько покажу. Вот здесь вот тоже можно пожарить барбекю. Здесь тоже какое-то печка, сооружение, первый раз такое вижу. Здесь даже дымоход, слушай, это реально печка, как из сказки. И вот деревья все вот в лишайнике таком. Да. Ой, осторожно, Ева, кто поддержит тебя? Вот такая вот эрия. А там дальше вот в ту чащу зайти, там тропиночка, и там тоже такие столики. Солнце, видите, на закат пошло. Очень красивые краски. Я очень люблю такое время суток. Смотрите, они просто вот так вот возле дома ходят. И пугаются даже. Олени. Да. Во двор зашли.